О, все спешат на награждение. И мы не исключение, тоже пойдем посмотрим, все вам расскажем. Кого, за что и как наградили. Так. А это я, пожалуй, заберу с собой. Что за награждение? Что за награждение без чаю? Так? Не награждение? Топ-28. Потом экипаж, который дольше всех ехал, но все-таки сам добрался до лагеря. Сергей Юлов, Богатырь, и Бровко Владимир. Богатырь. Я от них, ребята, они, ребята, приехали все на трамп, поеду. Дальше награждаются Романов Сергей и Кашурников Михаил на вездеходе «Шмель». Ехали очень спокойно. Неторопливо и солидно. И красиво. Роман и Алексей Вашуков, вездеход «Ром». Они вчера, вернее, исполняли на болоте экспресс-ремонт вездехода в полевых условиях. Деревянными деталями. Подручными. Молодцы. Что было, то нашли. Молодцы. Экипаж болотного багги. Гаврилов Михаил и Багаев Илья. Ехали быстро, но не всегда. Экипаж машины ДИФ Смоленск. Иванов Игорь и Румянцев Александр. Молодцы, в этот раз без происшествий. Старались. Экипаж вездехода Тингер. Рулев Александр и Алексеев Александр. Роман и Тулентов Юрий. Ну и экипаж Иванова Андрея на леснике «Экстрим». Это, собственно говоря, сам наш добрый фей. Спонсор. Иванов Андрей, Красильников Артем и Терехов Сергей. Давайте на камеру. Всем привет. Ребят, наш канал и компания «Угриль» решила в эти соревнования предоставить приз за волю к победе. Так называемый, это самый подбитый, самый, скажем так, настойчивый, упорный. Самый пострадавший, но все-таки доехавший до финиша и пересекший ее черту сам. Награждать мы будем Ващукова Романа и Ващукова Алексея на вездеходе «Ром». Ура! До места проявили смекалку. Поздравляю. Вон она какая. Управление. Просово. Ну что ж, ребят, вот теперь надеюсь, за вашим столом, когда вы будете чинить где-то вездеход. Это будет вкусно. И всегда рядом с вами будут еще люди, потому что у вас будет всегда выступать. Ну и можно будет что-нибудь сожрать. Так что. Я напоминаю, в следующий раз мы привозим свой гриль. Да, да, да. Сейчас мы после награждения сходим, попробуем его сразу. Что откладывает? Спасибо. Да, это сумочка для него, чтобы вы могли его с собой везде, везде ходить, пускай. Ну и теперь награждение по, скажем так, тумбочке. Абсолютный зачет. Абсолютный зачет, третье место. Экипаж вездехода «Тингер» Алексеев Александр, Рулев Денис. Ура! Какие интересные штучки. Второе место. Абсолютный зачет. Экипаж вездехода «Гаврюша» Князев Роман и Тулентов Юрий.
Вышло. У меня руки хватает. Теперь можно держать. Первое место, абсолютный зачет, абсолютный чемпион этих соревнований, экипаж вездехода «Лесник Экстрим» Иванов Андрей, Красильников, Артем и Терехов Андрей. А собака где ваша? В следующий раз на метровых колесах приезжай. Ширину. Поздравляем. Что-то как-то вяло. Ну вот. И подошло к концу это замечательное и веселое мероприятие. Намесили грязи, наломали машин. Ну и что там говорить, наломали дров по дороге. Да, Герасим Васильевич, наломали мы дров? Наломали. Мы их еще и собирали, там кто-то терял, ездил. Да, там кто-то терял, мы собирали дрова. Сейчас костер пойдем жечь. Сенцов Александр, просим. За третье место вручается приз, это диодная балка мощностью 300 ватт. Ну все, в следующий раз мы за вами едем. Второе место в народном зачете занял экипаж Тингер Алексеев Александр, Лев Александр. Приз за второе место совершенно бесполезный для этого экипажа. От компании ООО «Пневмодиск», город Вологда. Это сертификат на изготовление любых четырех дисков для шин низкого давления. Развивайте фирму. И зря сказал, все же заявил, что будет строить этот вездеход. Ну и первое место в народном зачете. Это экипаж Гаврюша. Князев. Роман Тюленцев-Юрий. За первое место экипажу вручается приз от партнера соревнований компании Тром-8, сертификат на получение четырех колес низкого давления диаметром 1650 мм. Следующий класс, что ли? Что в следующем году мы уже ехали в абсолютном зачете. Поздравляем! Кубки кверху и ура! 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 Ну, колеса в Сургуте. Я понял. Самовывоз. Ну, как говорится, ты заходи, если что. Ну вот, ребята, на вездеходных соревнованиях можно и места никакого не получить. Ну, получить что-нибудь полезное. Тише едешь, да. С призом будешь. Сетей будешь. Они еще специально вездеход свой ломали, зная, что будет приз за волю к победе. Ребята, вы торопитесь уже что-то пожарить на новом гриле? Да, на гриле уже что-нибудь зажарить, да? Еще вчера мяукало. Ребятки, показываем. Где наши победители в номинации «За волю к победе»? Так. Ну, будем вот такой вот ужин. Обед это у нас. Я говорю, надеюсь, это сам в следующем году куда-нибудь на рыбалку вместе нахнут. Обязательно. Обязательно у нас тут модные места. Ребятки, мы еще спать не ложились. Сейчас все поедут, а мы завалимся спать. Вездеходы до вечера, а вечером выйдем отсюда. Продолжают приезжать подписчики, общаться. Зря вы и не приехали, кстати, вот кто рядом с Питером или в Питере живет, и взяли, и не приехали, пропустили большие зрелища. Вот. Все, всего хорошего. Пока. Ну что, ребятки, вот мы чуть-чуть и проснулись.
7 вечера. Уже вообще все разъехались давно. Я вам завел машину, грею. Сейчас будем просыпаться, пить чай и поедем тоже домой. Завтраку трудом буду. Так, ребята, ну вот наш чаепитие. Сейчас уже, в принципе, готовы, переоделись уже в разъездную одежку и сейчас поедем. Ух, ух, как мы поедем. Машина у нас отдельно едет с прицепом, вездеход отдельно, потому что здесь дорога такая ушатанная, начинаешь прицепом все колотить, когда он груженный. Где-то километр такой дорожки, потом будет еще хуже. Мишанька сзади на вездеходе едет. Вон он, смотрите, лампочками моргает. Добрый вечер. Мы приехали домой. Ура! Ура, блин. Да-да. Спим. Ну, я сплю. Вот. Что ж, хочу сказать одну вещь. Хочу принести извинения Шатуну. Едет он лучше Хунты. Вот за сравнение с Хунтой хочу извиниться. Едет лучше, но медленно. Совершенно верно. Да. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.